что прошло возгорание стали битвы с пиротниками. Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС, он подключится по видеосвязи. Об этом сообщили в офисе президента ЮАР. Российскую делегацию будет представлять глава МИД Сергей Лавров. И Пригова под визитом Путина в Йоханнесбург держал до последнего. Если бы президент России приехал в ЮАР, власти страны должны были бы арестовать его и передать Международному уголовному суду. Напомню, в марте Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина. Саммит стран БРИКС пройдет в августе, но на него приедут лидеры Китая, Бразилии и Индии. И о погоде. Синоптики прогнозируют нормальное атмосферное давление. Ожидается переменная облачность. На большей части территории страны пойдут небольшие кратковременные дожди. Местами возможны грозы. Ветер юго-западный, слабый. Температура воздуха ночью составит плюс 20, днем плюс 33. Мы слушали новости на радио Молдова. В студии была Наталья Ясыбаш.